Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я открываю вот такой шарик. Лол. Сюрприз. Я его очень хотела. И я его приобрела. Его можно приобрести в магазине Toy.ru. Ну, больше я нигде не видела. Приблизительно его цена от 1200 до 2500. Так, давайте вот посмотрим сам шарик. Вот тут такая девочка красивая. Написано «Лол». А вот у подделок я слышала «LQL». Тут по-английски написано. Вот это вторая серия. Ну, тут какая-то информация. Вот тут показано, что у нас будет 7 слоев. Так, давайте открывать. Вот тут надо такой как помолы открывать сейчас. Надо аккуратненько его открыть. Опа! Я не знаю, как они там открываются. Ну, оно не совсем помолы, как я поняла, открывается. О, давай, получается! Конечно, они очень, как я поняла, теперь... Туго открывается, я думаю, они легко. Так. Они вообще открываются по молнии, но у меня так получилось. Я же не открывала ни разу, поэтому мне простительно. Так, ой. Здесь вот подсказка. Тут по-английски написано Tea Party. Это как чайная вечеринка. Так, откроем следующий. Слой, где должна быть какая-то, я не помню, наклейка, что ли, так тут. Вот. Ай. Извините, вы сами понимаете, как я плохо это открываю. Так что, извините. А. Так, здесь вот. Такая вот подсказочка с наклеечками, что умеет делать куколка. Так, дальше. Это уже третий слой. Там должна быть уже первый, ну, не знаю, там какой-то первый сюрприз. Так, вот. Так, вот первый пакет. Сейчас откроем. Вау, какая бутылочка! Такая, ой, беленькая, с розовым. Туда можно водичку набирать. Так, откроем следующий слой. О, помолвник получилось. Так. Вот тут должны быть ботиночки. Так. Сейчас мы посмотрим, какая обувь. Ой, какие-то туфельки или ботиночки, они такие красивенькие, розовенькие. Вон там бантик красивый такой, праздничный наряд у этой куколки. Ну и правда, она же на дискотеку какую чайную пошла. Она должна красиво выглядеть. Так, следующий. Так. Так, вот последний слой. И здесь вот такой пакет под крышечкой. Вот. Так, здесь должен быть наряд. О! В
Вау! Посмотрите! Вау! Это такое платьице. Сейчас я достану. Вот штучка, держатель. Вау! Оно такое двухцветное, красивое такое. Вот такие вот золотого цвета красивые бантики. Так, давайте откроем. Что же тут? Это шальки. О, как много тут сюрпризов. Большой пакет. Такая вот вкладыш, как я понимаю. А тут что? Интересно, давайте посмотрим. Давайте начнем с этого. Аксессуара. Это диадемочка золотая. Вау, что же за куколка нам попадется? Так, давайте откроем саму куколку. Так. Ой, какая девочка! Посмотрите! Посмотрите, какая девочка красивая! Так, у нее голова сейчас немножко вот поправилась, все. Какая девочка красивая! Так, сейчас мы посмотрим, как ее зовут. Вот здесь вот вкладыш. Так. Так. Да вот, сейчас мы найдем. А, вот она. Вот она. Вот эта девочка вот нам попалась. Какая красивая. Так, давайте ее оденем. Так, ботиночки. Начало надо с платья. А, давай, девочка. Так, раз. Два-с. Во. Во, все, девочка. Так. Сейчас ботинок на эту ножку. А этот на вот эту. Так, вот. Сейчас я на нее вот эту диадемочку аккуратненько одену. Так. И вот так. Вот какая у нас девочка получилась. Сейчас. Вот она стоит. Это ее вот кружечка. С ней еще шла вот такая вот подсказочка. И вот такая вот наклеечка. И мы сейчас проверим, умеет ли она что-то делать. Менять цвет, писаться, плакать или плеваться. Так, сейчас я уже попробовала окунать нашу куклу. Она не меняет цвет. Давайте ее напоим. Так, это надо вот так вот взять. И... Так, ее надо покормить. Так, где она? Должна что-то делать сейчас. О, она плюется, я просто мало воды ей. Давай сейчас больше. Еще. Да, вот она плюется у нас. Вот так. Она у нас плюется. Цвет она у нас к пяти не меняет. Так, сейчас поставим. Теперь надо отметить вот этими вот наклейками, что она плюется. Так, вот она. Вот. Все. Кстати, я вам хотела еще показать. Вот. Здесь такой у нее как домик. Вот этот сам шарик. Она у него может вот так вот садиться. Вот так. Ей сюда ставится бутылочка. Вот. А еще вот этот шар, если его закрыть там. Вот, сейчас закрою. Вот.
Он закрывается, его можно как сумку носить. Вот так вот эти штуки ставить. Это, как я понимаю, ну, вот так вот получается. Так вот можно носить его, туда куколку положить и вот так вот с ней ходить. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Всем пока! Пока! Пока!